Ну а перед началом данного видеоролика я хочу посоветовать канал моего друга «Маленький Ютубер». Сам я на него уже давно подписан. Он снимает разные видео про Motor Depot, а также других игр. Давайте сделаем ему приятно и добьем 200 подписчиков. А мы продолжаем. Итак, всем привет, с вами я, Ярикс, и сегодня у нас новое видео по игре Motor Depot. Сегодня я расскажу и покажу, как же сделать свою музыку в Motor Depot. Поехали! Как вы знаете, у нас добавили радио в Motor Depot. Я уже научился это делать, и сейчас вам подскажу. Ну и не забудьте за старание поставить лайк и подписаться. Как вы знаете, моя следующая цель — 4000 подписчиков. Я уже поставил свое радио. Итак, нам нужно зайти в Google и ввести ссылка на радио. И заходим в первый попавшийся сайт. На данный момент мне предлагают ВК. И просто ищем свою радиостанцию. Вот. Я возьму, вот, показываю все. Тут очень много их, так что вы можете найти абсолютно любую радиостанцию, которая вам нужна. Потом берете и копируете его. Ну, как вы видите, ее дофига просто. Так, вот, я нашел дорожное радио и просто вот так копируем, как я. Не надо просто кнопку копировать, потому что там фигня получится. Ну все, заходим в игру, заходим в меню в радио. Давайте сменим не четвертую, а третью. Потому что я, ну, хочу современную музыку. Так. Итак, мы заходим сюда и просто удаляем впереди. У нас тут уже выделяется дорожное радио. И просто нажимаем play. Подождем, и сейчас вы сами все услышите. Ну, как вы слышите, музыка уже играет. Да, ну так, достаточно легко, можно вам сказать, ну, ставить музыку. Если я вам помог, то подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. С вами был Ярик, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.